Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня я хочу рассказать о стойкой матовой помаде. И это тоже как бы тинт, но только он не отдирается корочкой и так далее. В общем, вот так выглядит прикольно эта помада. В такой бутылочке вина красной. Несколько оттенков было. В принципе, вот этот вот блеск вы можете, если захотите, купить на Алиэкспресс. Я его покупала у нас в Ростове на рынке. И на этом рынке продается все с Алиэкспресс, в принципе, по тем же ценам. Что мне очень нравится. Я уже проверила примерно. Чем мне нравится эта помада? Тем, что она оставляет тинт. Очень красивый цвет я подобрала себе. Вчера было такое, что я сделала на самом деле этот тинт, но у меня было что-то со звуком, и звук не записался, поэтому я вам переснимаю. Вот вчера я сделала тинт, у меня остался оттенок на губах, потому что, как вы знаете, у меня губы очень-очень светлые, да, и вот я сейчас их стерла. Но я попробую сейчас еще раз сделать, чтобы вам показать. Он мгновенно оставляет тинт, потому что, когда я его покупала, я сделала на руке себе. И только на следующий день или там через 2 дня пошла его купила. Я сделала себе на руке, 2 дня у меня не смывалась эта полоска. То есть она очень-очень медленно снималась и оставалась. Представляете, да? То есть больше, чем 24 часа. И он очень вкусно пахнет. У него очень приятная кремовая текстура такая, да? Ну, кремовая, не кремовая, не знаю. Ну, в общем, выглядит он вот так ярко, да? Но на губах, когда он стирается, он не такой яркий. Давайте попробуем сейчас попробовать еще темнее сделать, чем сейчас у меня. Итак, я его наношу. Вот я его накрасила. Вчера я подождала всего лишь 1 минутку, там даже минутки не прошло, и я сразу стерла. Вот он оставил такой тинт, и вот как видите, да, всю ночь я уже и вчера ела, и сегодня утром ела, и он оставил такой легкий оттеночек. Сейчас мы чуть-чуть дольше подождем, для того, чтобы, может быть, он более насыщенно был на губы, которые уже есть, да, из-за такой нашей вот беды, беденушки. Итак, мои хорошие, прошло 2 минуты, я думаю, что достаточно, я вообще такая нетерпеливая. В общем, давайте смывать, стирать, посмотрим, что получилось. Я ваточку уже смочила водичкой. Вот смотрите, что получилось. Вообще еще ярче стал, потому что нанесли еще на предыдущий, то есть получается, что чем больше мы его раз намажем, тем будет он еще насыщеннее. Мне очень нравится этот цвет, и я знаю, что он через какое-то время чуть подсотрется, и он будет классный, более такой натуральный, да, сейчас он прям такой яркий. Ну, потому что мы подождали дольше, соответственно, тинт взялся больше. И чтобы, ну, как бы губы нормальные, я чувствую их, да, они мягенькие, но для того, чтобы было, может быть, более приятно, я бы использовала сверху блеск. Я люблю вот этот вот Green Planet, который чуть-чуть пощипывает, мятный. Просто сверху мы его наносим. Вот что получается, никаких следов. Вообще просто шикарно. А самое интересное и самое клевое, это когда вы утром встаете и вы такая красивая. Замечательно. Надо еще придумать такое же для глаз, чтобы, знаете, сделать стрелочки, для бровей вообще. Я это все найду, все сделаю, все вам покажу. Так что, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не упустить мои новые видео. Я с вами прощаюсь, мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.